Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим об очень важном моменте, о наборе веса. Ведь очень многие сыроеды, откровенно говоря, прыщи. Да что там говорить, я и сам еще несколько месяцев назад был таким так называемым дрыщом. У меня был очень-очень низкий вес. Многие от этого страдают, настроение переходит, теряют много-много килограмм, а набрать никак не могут. Сегодня я вам докажу, что дуриан способствует набору веса. Я вам сегодня это продемонстрирую. Я сам с помощью дуриана набрал очень много веса. И сейчас я вам продемонстрирую, в общем-то, как это происходит. Так, пожалуйста, мой вес. Вот, пожалуйста, весы. Я на них становлюсь. И мы видим, что мой вес составляет практически 160 фунтов. Или 70, сколько-то там, 1 килограмм, да? 71 килограмм. Запомнили, да? Пожалуйста, берем дуриан. Берем дуриан. И взвешиваемся еще раз. И я прошу еще раз показать весы. То есть вы видите, что происходит? Только что с помощью одного дуриана я набрал лишь 6 килограмм. 6 килограмм набрал. Понимаете? То есть с помощью дуриана можно очень быстро и легко набрать вес, восстановить его. То есть это незаменимая вещь, незаменимый продукт для всех сыроедов. Ешьте дуриан. Набирайте вес и не будьте дрыщами. Всего доброго!